на бортовое питание. 0 секунд. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. Это было для всех очень радостное событие, потому что прилетели наши друзья и коллеги, и прилетел символ Сочинской Олимпиады. Идея проведения эстафеты на станции давно висела в воздухе, она продумывалась, и, конечно, она была реализована. У нас получилась самая настоящая эстафета. Мы ее начали с японского модуля Киба и через европейский Коламбус, через американский сегмент передали на российский сегмент. И в конце концов завершающей точкой была передача 709-й корабль «Союз Туман 09» Федору Юрчихину. Я думаю, что для любого человека, который примет участие в эстафете Олимпийского огня, это большая честь и достаточно значимое событие в его жизни. Это была первая задача нашего выхода, выноса факела. То есть сначала Сергей Рязанский вышел на выходной устройство из стыковочного отсека, установил фото-видеокамеры, и потом по разрешению Земли, когда наступил рассвет в космосе, я вышел с факелом. Очень надеюсь, что тот маленький вклад, который мы внесли в то красивое зрелище эстафеты Олимпийского огня, тоже принесет свои плоды и принесет удачу нашей команде. Отсюда, из космоса, где нет границ, мы хотели поблагодарить партнеров Олимпийских игр в Сочи, чья любовь к спорту, преданность олимпийскому движению не знает границ. Желаем успехов российским спортсменам на Олимпийских играх. Россия! Вперед! Борт-инженеры 37-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Котов и Сергей Рязанский.